Алло, где встретимся? В библиотеке? Сегодня не получится. У меня проблемы. Что? Что случилось? Я не могу уйти. Не могу. Можешь прийти ко мне? Прийти? А это нормально? Нормально. Конечно, это нормально. Кстати, а ты терпеливая? Возможно. Просто супер. Прошу, приходи, я отправлю тебе адрес. Да. Да. Чуюнин. Что такое? Что с тобой? Тише. Нельзя ее будить. Что происходит? Сперва зайди. Брат попросил меня понянчиться с его дочкой. Она меня с ума сводит. Батюшки, я думала, ты умираешь. Или типа того. Ты не понимаешь. Дети — это дьяволы. А ты кто? Я Сю Джиншу. А тебя как зовут? Я Юань Юань. Мне 4 года. Я быстро кушаю. Рада знакомству. Я не подготовилась. Не угощу тебя конфетами. Я не хочу конфеты. Мама говорит, что от конфет у меня заведутся глисты. Как мило. Скажи-ка мне, как ты к нему обращаешься? Дядя. А ко мне? Зови тетя. Старшая сестренка. Старшая сестренка? Юань-Юань. Она моя одноклассница, поэтому зови ее тетя. Я слишком молода, чтобы быть тетей. Буду тебе сестренкой. Но звучит как-то странно. Я же не старик. Ты официально дядя. Веди себя по-взрослому. Он дядя, а ты тетя. Нет. Я сестренка. Как же это мило. Юань-Юань, твоя тетя, я... Мы с твоей сестренкой должны сделать домашку. Может, пойдешь посмотришь телек? Юань-Юань, хочешь подарочек? Да. Складываем вот так и вот так. Красный. Зеленый. С какой стороны будем закрашивать? Вот здесь? Давай я вас сфотографирую вместе. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Сыр. Я тоже хочу быть на фото.
Сестренка, пожалуйста, не уходи, останься со мной. Мне пора домой готовить ужин. Обещаю, я обязательно еще приду к тебе. Хорошо. Тогда до завтра. Позаботься о ней. Пока, тетя. Моя чудо-племяшка. Что ты хочешь? Хочу новую Барби. Ладно, куплю тебе самую красивую. Хорошо. Ладно, идем.